От мастер-класса к олимпийской медали. Как правильно отжиматься, куда тянуть носки и почему важно сохранять самообладание. Кроме Алексея Немова, участие в мастер-классе приняли и другие титулованные спортсмены. Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и Елена Шевченко. Встреча с прославленными чемпионами на гимнастической площадке «Олимпа» уже традиция. Они много сделали для развития спорта в Тольятти. Если мы здесь, значит, это кому-то нужно. А нужно это, во-первых, нашим детям. Нам нужно передавать свой опыт, который мы накопили в достаточном количестве для наших детей, которые сегодня растут и занимаются спортом в городе Тольятти. И, конечно, для меня это родной мой город. Безусловно, я буду максимум всегда прилагать усилия, чтобы здесь проводить такого рода мероприятия, для того, чтобы наши дети занимались спортом. Сначала именитые спортсмены провели с юными гимнастами разминку, затем круговая тренировка. Несмотря на юный возраст, эти мальчишки и девчонки уже не раз принимали участие в различных соревнованиях и завоевывали престижные награды. Иван Костиков занимается гимнастикой 5 лет. Сейчас свою жизнь он не представляет без этого вида спорта. Каждый мастер-класс от Алексея Немова для него очень важен. Я вот рад, что приехал Алексей Немов и дает нам мастер-класс. Чему он тебя уже научил в сегодняшний день? Ну вот он исправляет мои ошибки, все вот это вот. Пока юные спортсмены демонстрируют свое мастерство, в зале за ними наблюдают родители и первые лица города. Среди них трехкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьева. Я думаю, вы на камеру тоже снимали, видели, как глаза горели и у детей, и у самих спортсменов прославленных, которые приехали. Потому что когда ты отдал очень много лет спорту, конечно, такие навыки, которые у тебя есть, конечно, это как продолжение твоей спортивной жизни. Их хочется передать, и это с обеих сторон вообще плюс. К твоим тренировкам, которые проводишь каждый день, это такой, знаешь, еще плюс 100% прибавить. Конечно, они важны, я думаю, для ребят, которые сегодня посетили этот мастер-класс. Серия открытых мастер-классов проводится ежегодно по всей стране. После Тольятти команда чемпионов отправилась в Сызрань. Наталья Лопатина, Владимир Никитин, новости Тольятти.